Что же касается перспектив отставки или не отставки правительства, то здесь решать президенту, которого народ России уполномочил такие вопросы решать согласно Конституции. Моя же позиция следующая. Я считаю, что в нашем правительстве чересчур много либералов, чересчур много людей, которые руководствуются какими-то непонятными критериями в своей деятельности. Кроме того, мне кажется, что любой министр, которого народ в лице президента наделил высоким званием министра, он должен все-таки с уважением относиться и к своему народу, и к той сфере, которую он занимается, и особенно к тем людям, специалистам, которые в этой сфере работают.